Для вас вот такое открытие, оно называется открытием жить без претензий. Если научиться не обижаться, жить без претензий, если научиться проявлять доброту и ориентироваться на доброту, то достижение материального роста достигается гораздо быстрее, чем ранее. Но дать человеку возможность зарабатывать много несложно. Как быстро открыть возможности человеку? В тот момент, когда вы проснулись, лежа, постарайтесь думать о том, что у вас нет физического тела. Произносите себе 4 слова того, что вы хотите от жизни. На 128-й день это исполнится на 100%. Вообще самые простые методы. Делайте это каждое утро. Сразу же хочу сказать, у таких людей, как я, это исполняется на протяжении там, 4-5 дней. А у обычных людей может исполняться на протяжении там, 128 дней. С чем это связано? Я живу по принципу радости. Я не ругаюсь, не злюсь, не вредничаю, не бухаю. Я не ненавижу, у меня нету претензий к людям. Мне вообще, знаете, как-то так. Я люблю детей, люблю жену, люблю мир, люблю солнце, люблю. Я ориентирован на то, чтобы проявлять доброту по отношению к тем, кто является ячейкой этого общества. Для меня ячейка моего общества — это моя мама, мои близкие, моя теща, те, кто живет рядом со мной. Я вот так настраиваюсь на магическое влияние.